Для вас открыты 6 экспедиционных комплексов, зоопарк, действующие часовни и 3 кафе. Прямо пойдешь, в сказку попадешь. Налево пойдешь, в Бабе-Яге попадешь. Направо пойдешь, в святилище попадешь. Баба-Яга паркинг. Вот избушка на курьих ножках. Это что, тролль Кощей, что ли? Ой, избушка на курьих ножках. Сюда надо было зимой ездить. Смотрите, какие горки. Русские горки. Центр Ремёсел. Бинокль. Дух скалы. Какие-то древние, да, фрагменты дерева, из которого, наверное, уголь появляется. И вот что о нем пишут. Осколок этого мрамора добыли на место рождения Ташелгинская, Таштагольский район. Состоит из кальцита, кремния и гематита. Эту глыбу из мрамора добыли на место рождения Ташелгинская, Таштагольский район. Состоит из кальцита, графита и слюды. А это кусок железа, точнее железные руды, который добыт вот на этом месторождении. Это у нас алевролит. Тоже какой-то подземный камень. Вот подробности о нем. А эти пеньки — это окаменелое дерево. Вот раз. И вот два. А это у нас гранит. Гранитный камень. Еще один кусочек железа. Кварцит и нефелиновый сиентит. Вот такие камешки. Вот один. И вот второй. Ну и еще один кусочек мрамора. Отгадайте, где это?
24 апреля. В Кемерово уже везде снег, лед растаял, а в Кедровом Бору еще нет. Все озеро до сих пор обледеневшее.